Всем привет! С вами Леди Вескер, добро пожаловать на мой канал. Продолжаем играть Final Fantasy VIII. Прохождение с комментариями и так далее и тому подобное. Мы что-то изучаем, что я даже не понимаю, куда идти, не знаю. Мы просто бегаем по этим непонятным шахтам, что-то ищем, с кем-то деремся. Вот. Конца этому нету, края. Мы уже потеряли цель, мы выживали как могли. И так далее и тому подобное, короче. Сейчас я полечусь. Полечу всех, кого смогу. А потом продолжим разговор. Кстати, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, оставлять комментарии. Вот. Этим вы продвигаете мой канал, становится больше зрителей, расширяется наше сообщество, и мы можем говорить, общаться про самые разнообразные игры. Про новые, про старые. Кстати, тоже не забывайте посещать мои стримы. Они проходят 3 раза в неделю. Ну, в разные дни. Ну, 3 раза в неделю и в выходные, и в субботу, и в воскресенье по утрам. Так, еще один булыжник. Интересно, я правильно вообще иду? Судя по тому, что здесь есть сохранение, правильно. Куда теперь? Да, я вышла. Сад какой-то. Портал? Это чё? Или это что? Это не портал? Опять? Вот оно как. Понятно. Пойдем обратно тогда. Тут же больше никуда не пройти. Только вон туда можно пройти, наверное, не знаю. О! Да блин! Как всегда. Опять ты. Давайте сразу. Сразу на него. Не, вот эта хрень напрягает, потому что очень долго с ней надо сражаться. Сейчас посмотрим, сколько он отнимет. Надеюсь, что все. Давай, жги 900 здоровья. Сразу. Где его? Что что делать? Где там, где там хэт? Где там хэт, непонятно. Ну, почти убил. Там 800 здоровья у него, насколько я помню. Так что мы сейчас его порешаем быстро. О, ну, я же говорила. Я права. Я всегда права. Ну, я шучу. Я не всегда права. О, опять? Не говори мне. Изо всех самых сложных, запутанных ситуаций. Ну вы серьезно? И я только что победила ваших братьев. Нафига вы пришли? Что вы хотите? Один, а где остальные? Я вообще не понимаю, что они тут забыли. Какое у них задание? Типа разведка? Ну, разведка провалилась, они себя раскрыли.
Я есть хочу. Да сколько можно? Сейчас двое появятся, потом трое, да? Не, один. Подходите по... сразу по три человека. Чего вы мнетесь-то? Ну, такое себе. Блин, я не то сделал, ну ладно. Хотя бы вытяну что-нибудь из них немножко. Давайте действительно повытягиваем. А то чё я как не родная. Надо же забрать что-нибудь, а то перед битвой какой-нибудь сложный. Потом у меня заклинаний не будет. Давайте лечилку повытягиваем. Одно лечение, ты чё такой же мод? Мне надо больше, больше лечения. Ну, спасибо за 5. Семь это хорошо. Ладно, все, давайте его заканчивать с ним и убивать. Зачем? Я не могу остановиться. Нет места. Восемнадцать, как много. Все умер. Попользовались и убили. Вот так всегда. Еще и зелье стащили. Кончик носа чешется. Да вы серьезно? Это когда-нибудь кончится? О, теперь их двое. А теперь один. Странно, у другого нет лечения. Удивительно. Видимо, закончилось. О, ни хрена он дал. Аж 300. Интересно, от чего это зависит? Не получено опыта, но еще бы. То, что мы его убили... Сами знаете как. Черт побери, я сейчас себе все ноги расцарапаю. Они не кончатся, да, никогда? Я буду вечно здесь сидеть. Ну и ладно. Хрена. А почему у меня нет такого заклинания? Я тоже такое хочу. Это типа буран он использовал по-другому. Бурара. А, это Бурара. Вот как выглядит Бурара. Да, Бурара так неплохо отнимает жизни. Ого.
Неплохо он так нас уделал. Смотри, океан, мы спасены. Леди удачи на нашей стороне. Мы можем бежать к Галбадию. Можно сказать, что мы вымотаны до предела, так обычно говорят. Не говори так, это может обернуться правдой. Твоя бабушка не говорила тебе это? Если говоришь что-то плохое, это может стать правдой. Ага, по-моему, говорила. Что ты сказал? Я думаю, его горло там рано, он потерял свой голос. Это Бевере. Можешь повторить? Это было весело, ребята, Лагуна, Кир, это было весело. Подопечный, это что-то не круто, это не круто так говорить. Поэтому ты получишь лечение кучи-кучи. Как тебе, а? Еще хочешь, ну? Что за кучи-кучи? Опа! Разрази меня гром, лодка, мы идем туда. Судно, они обычно говорят. Лодка, судно, какая разница, возвращаемся в Галбадию. Один он остался. Это, живых. Нормально так. В воду кинул. И одного, и второго. С непонятными ранами. Ну, теперь ты прыгай туда же. Вы, парни, не слабые парни. Знаете, насколько высок этот обрыв? Сам их скинул и говорит, вы не слабые. Ну, и ты прыгай, давай, вперед. Ома! И как, а? Жесть. Сейчас проснуться. Ну. Это опять был Лагуна. У сэра Лагуна большие неприятности. Я надеюсь, он выберется. Это, кажется, уже не первый раз для нас всех. Что это? Хрен его знает. Если бы дело было во мне, я бы просто сказала остальным, что это была всего лишь сумасшедшая мечта. Мы просто потеряем время, пытаясь это выяснить. Давайте двигаться. Да пошли уже. Мы уже почти на месте. Сквал. Я думаю, может, я сказала слишком много, мне жаль. Забудь об этом. И где мы? А ёперный театр опять начинается. Господи, что это такое? Какое мерзкое существо. Хрена он там уже кастует. Да почему у Зелы опять нет никаких заклинаний? Чё за бред вообще? Что он с ней делал? Какой-то опасненький противник. Пипец, чё он на Рено-то сполошился? Давайте громом, что ли, его попробуем. Мало. Пипец. По-моему, она там и так бедняжка вся в этом. Куда-то. Мысли, а почему я... А теперь... Теперь и этот будет таким же. Хорошо, понятно. Как много. Я так и знала. Он меня в берсерка превратил. Что это такое? Какие побочные эффекты от берсерка?
А, побочный эффект, я не могу им управлять. О, он сдох. Так. А теперь мне надо... Ой, что с Квистис? Почему? Ой, господи, что происходит вообще? Мягкость. Не знаю, что там, слезы. И тебе тоже слезы. Всем по слезам. Так, Зел, тебе опять придется. У кого там эти самые? У Квистис? Да. Почему у тебя они? И Ириноа тоже у нас без всего, кстати. А где? А, вот она. Не слишком много, а? Подожди-ка. Вот так надо сделать. Ужас какой-то просто. Я еще что-то хотела сделать, но забыла что. Нет, это не то, что я хотела сделать. Ну ладно. Так, мне вон туда, кажется. Нет, тут, меня туда компас ведет. Видите, этот зеленый. Ой, опять эта хрень. Так, я вызываю Фрита. Если получится. Куда это? Пока что будем все запасовать. Этого хрена красного можно быстро убить. Давайте, кстати, это сделаем. Какая-то громовая птица-мутант. Вот кто. Неплохо. 1000 урона нанес. Можно мне как-нибудь развернуться? Это лес чудес. А мне точно туда? Ладно. Это мой долг. Пройти я не могу, да? А куда мне идти теперь? Может, это и есть этот сад? Да, наконец-то. Что за хрень тут происходит? Что за трансформеры?
Жесть какая-то. Из какой ты академии? Ты и правда не выглядишь как ученик сада Галбадия. Я и не ученик. Жесть. Да, ну у вас тут и фокусы, скажу я вам. Колдунья, до сих пор она встречалась мне только в книгах. Это наверняка будет твоим следующим тестом. Моим? Вряд ли. Я уже все тесты прошла. А, абсолютно другой. Уверенность успокаивает. Мне он нравится. Оставьте это мне, я была здесь несколько раз и знаю главного мастера довольно хорошо. Я пойду и объясню ситуацию. А я что буду делать? О, сохранение. Пожалуйста, ждайте в 2 и в приемной. Хорошо. Дайте сохраниться. Где здесь 2 и в приемной, мальчики? Вы в курсе? Мальчики? Они со мной не хотят разговаривать. Ну и ладно. Ты кто? Приемная находится вверх по лестнице направо. Вверх по лестнице и направо. Хорошо. Какие-то спортсмены ходят. Понимаю, мне сюда? Да, установочка тут, конечно, военная. Направо это туда? Или куда? Ты кто? Приемная, пожалуйста, ждите, пока вас не вызовет мастер. Хорошо, пойдем. Ничего так приемная. Так, Кристис обслуживает классы здесь? Вообще-то не здесь. Как долго они собираются заставить нас ждать? А вот и они. Она. Что теперь будет? Они понимают наше положение. Ибо Лампсад в безопасности. Покушение на президента в Тимбер было сочтено личной акцией. Было официальное заявление от правительства Галбадия о том, что Баламсад не имеет отношения к случившемуся. Так, во всем виноват Сейфер? Процесс закончился, и приговор был вынесен. В смысле? Он был казнен? Конечно, был. Он напал на президента. Он пожертвовал собой ради лесных сов. Это была твоя группа, что втянула Сейфера во все это. Во фракции сопротивления, так? Вы должны быть готовы к худшему. Гарантирую, Сейфер тоже был готов. Так что не думай, что Сейфер пожертвовал собой ради тебя. Извини, думаю, это было слабым утешением. Да. Я не помню о нем ничего хорошего. Я видела много проблемных детей, но он был сущим наказанием. Ну, вообще-то он был неплохим парнем. Ты правда ненавидишь Сейфера, так ведь, Зел? Да, но он был из сада, он был одним из нас. Если я смогу, я добьюсь возмездия. Очень печально. А можно побыстрее ходить? Мне этот парень не нравился, но казнь... Сейфер никогда бы не стал всеми. Мне он действительно нравился. Он был всегда таким уверенным в себе, умным. Просто поговорив с ним, казалось, что можно своротить мир. Своротить? Он был твоим парнем? Я точно не знаю. Я думаю, я была влюблена. Ничего себе, вот этот поворот. А я думала, они со Сквалом вместе будут. Гадаю, что же чувствовал он. Ты все еще любишь его? Если бы нет, то я не говорила об этом. Это было прошлым летом.
Мне было 16, много приятных воспоминаний. Мне он нравился, не такой он был плохой, он был один из нас. Сейфер, ты стал просто воспоминанием. Будут ли они так говорить обо мне тоже, если я умру? Сквал был тем и этим в качестве эпитафии, говоря, что они хотят. Вот в чем. Что вот в чем? Ну и что мне теперь делать? Я выйти не могу. Ладно. А что мне делать-то? Я могу сесть. Хотите? Квистис. Она мне не дает пройти. Ну ладно, я тогда пошла. Да в смысле? А что мне делать? Не для меня. Что не для тебя? Я не хочу этого. Что такое, Сквал? Я не хочу этого. Что? Ты свихнулся? Я не хочу, чтобы кто-то говорил мне эпитафию. Он очень странный чувак. За кого я играю? Я убегаю от вас, от всех. Не знаю, правда, куда. По-моему, Сквал немножко спятил. Ты беги, беги, беги на край земли. И где я? Что это за место? Куда я прибежала? Трибуна какая-то. Привет, есть тут кто живой? Или мертвый? Что я тут делаю вообще? А, блин. Что у меня с геймпадом? Я вообще не понимаю, куда он бежит, зачем он бежит. Я вообще туда не хотела идти. Ну, давайте в обратную сторону пробежимся, посмотрим, что там. А в обратную можно? А, можно. Правда, что мне это даст? То же самое. Может, вниз спуститься? Или может обратно вернуться к ним? Давайте попробуем вернуться обратно. Ой. Все ушли. Должно быть краткое сообщение. Встретимся напротив ворот, когда вы услышите. До тех пор свободны. Чё? Можно по-русски. Изъясняться. А не под... Не знаю, на каком языке это было. Даже мелкие школьники здесь учатся. Пойду посмотрю, что там. О, смотрите-ка, Зелла. Я его и не увидела сначала. А! Ясно. Ну... Чем хороша эта школа, тем, что тут нас принимают за своих. Спортивная площадка. Как будто еще есть кому что-то вытягивать. Ну вы тоже как скажете. Пипец, тут, конечно, школа просто огромная. Давайте сохранимся.
Да. Туда тоже нельзя. А туда можно? Туда нельзя. Если туда нельзя, зачем здесь сохранение? Давайте сделаем вот так. Эй! Ты, Сквал! Здрасте, я помню тебя. Я помню вас двоих. Что ты здесь делаешь? Что я делаю? Я посланник, знаешь ли. Ты принес новый приказ от главного мастера Сида, знаешь ли. Что за приказ? Не знаю. Не стал забивать себе голову, просто сделал, что хотел. Главный мастер Сид, знаешь ли. Объясни. Мы предполагали идти в Тимбер. Но поезда встали, нам пришлось идти сюда без всякого выбора. Насколько легче видеть вас тут, ребята? Несколько. Сейфер? О да, разве он не был с вами? Я думаю, Сейфер может быть мертв. Я слышал, он был осужден в Галбаде и был казнен. Ложь. Ха-ха-ха-ха, хотелось бы, чтобы это была ложь. Он не мог избежать суда, знаешь ли, и был достоин казни за это, у него не было шансов. Наити. Чё? О, что? Мы собираемся встретиться с Сейфером. Ладно, увидимся, Сквал. Мы должны преградить дорогу в Галбаде, чтобы встретить Сейфера. В смысле? Так он же был казнен. Что за бред? Группа Семен, просто соберитесь напротив ворот. Соберусь сейчас. Я еще не все тут исследовал. Исследовал, он мне даже дали деньги. Деньгу дали за то, что я тут исследовал. Исследую местность. Тут ничего нет. Понял. Не дурак. Иду обратно. Ну, осталась еще одна сторона. Посмотрим, что у нас там. Знакомая девочка. Офелия продолжает бегать своей любовью Робином день за днем. О боже, я не могу забить на это. Я слышал, колдунья может промывать другим мозги. Гадаю, правда ли это? Да приемная, я уже была в приемной. Фига себе. Не прерывай нашу практику. Но мне надо забрать. А как забрать? Отдай. Хочу. Хочу вытянуть. Ладно. Вторая по мощности карты – это карта Чудовищ Босса. Страж карты, как и Фрид или Шива, тоже весьма могущественны. Мы слишком стары, чтобы играть в карты. Никто не стар, чтобы играть в карты. Это же карта, как и игры. Никто не стар, чтобы играть в игры. Я видела стримы дедов, которые играют в игры, и нормально. Играют, их даже смотрят. Так что в этом нет ничего такого, я считаю. Как смотреть фильмы, то же самое, играть в игры. Так, ну ладно, давайте на этом закончим. Продолжим уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться, оставлять комментарии. Увидимся в следующей серии. Всем пока!